Привет, дорогие друзья. Это продолжение, это четвертая серия про этого безумного какого-то медведя, русского медведя. Ну, мне надо было проверить. Так, не ходи за мной, не ходи за мной. Все, пойдемте. Мы, как вы помните, подобрались к этому огромному люку или двери, как это называется. Ёпперасота. Тут еще больше двери, чем было. Ну, пойдемте налево сразу же сходим. Какая-то канализация, что ли? Какая-то канализация, в которую... Я не знаю, куда мы бежим вообще? Куда мы убегаем? От кого мы убегаем? Зачем мы убегаем? Совершенно непонятно. Понятно, что одно. Понятно одно, что это какой-то экспериментальный завод. Экспериментальные вещи происходят здесь. Геномодифицированные в кукурузы. Тут надо что-то сделать. Робот нужен, наверное. Какая-то вещь, говорит, должна быть размещена здесь. Но что? Робот, иди сюда. Может тебе дать эту хрень? Иди сюда быстрее. Ну, ты откроешь дверь? Боже мой. О, он застрял. Робот, ты... Он застрял, все, ладно, хрен с тобой. Я туда не пойду, значит. Значит, он туда и не идет. Либо это глюк, либо он туда, в принципе, не ходит. Эта дверь откроется потом, пойдем. Побежали. Налево не сработало. Налево не... Подождите, поудобнее сяду чуть-чуть, потому что как-то сел непонятно. Вот, и микрофон поправлю, потому что вот так. Все, идем. Пойдемте дальше. Налево не сработало, идем направо. Это дверь. Так, идем сразу в первую же дверь. Я надеюсь. Опа. Стопэ. Это. Да он застревает там, смотри. Так, а я отсюда пришел, что ли? Нет, подожди. Не-не-не-не-не-не-не-не. Надо сначала первый этаж вот этот залутать весь. Скорее всего, что-то должно быть. Он за мной ходит, он как бы заглючивает в таких переходиках, но он идет, это хорошо. Он не догоняет. О, здрасте, еще один. Ну, прочитай, прочитай, может быть это полезно. Что-то должно быть тут написано, естественно, то, что... Так, плакатик взяли. Что, плакатик? Плакатик, который... На котором опять ничего не написано. Какое-то расписание, хорошо. Какие-то полеты. Полеты? Так. Что-то есть. Что это? Еще одно что-то. Это диван. Лобби. Лобби — это типа место, где собираются люди, животные, медведи. Все. Все. Кнопка, нажимай. Да хорош! Нажимается кнопка. Может, ты нажмешь? Может, ты нажмешь? Да нет, он бы уже нажал. Он бы нажал что-то. Что-то нужно найти. Какой-то предмет, чтобы нажать кнопочку. Серьезно. Вот это может быть. Нет, она не нажимается. А там что? Там что-то страшное. Здесь, в принципе, ничего нет. Есть только кнопка. Окей. Мы пока ее нажать с вами не можем. Ага. Так, подожди. Опять кофемашина. Такая, стоп. Это все просто так. Это все просто так. Это не используется в игре. Мы их просто находим, эти предметы, и все. Хорошо, нашли. Что-то нашли, и пока это все бесполезно. Идемте, идемте. Можно пробежаться даже. Так, куда мы? Подожди, мы отсюда пришли? Или мы вверх опять поднимаемся? Я уже запутался. Я реально запутался.
Здорово. Сейчас чихну. Ой, простите. Простите. Здорово, пацаны. Вы же нормальные, адекватные пацаны. Ну чё вы меня не пускаете? Ладно, пошли. Тут что-то можно открыть. Хрена с два. Она не открывается. И этот придурок мне ничего не помогает открывать. Какая-то странная хренотень. Ну ладно, там еще есть вход наверх. Скорее всего, туда нам и надо. Пробежимся. Пробежимся, а что делать? Так, стоп. Сюда? Не, здесь я был. Подождите. Кнопку я не нажимаю, окей. Мишка ходит за мной и пугает. Он как робот. Вертер, блин. Вертер, знаете? Такого, из «Гости из будущего» робот. Из детского фильма. Так, пошли наверх. Там мы были, здесь мы были. Мы везде были, кроме вот этого верха. Я надеюсь, это не выход из всего этого ангара. Да нет, что-то далеко мы бежим. Не-не-не, мы здесь не были. Саб один. Не, здесь мы не были. 100%. Да-да-да, это подводный... Лодка? Подводная. Мы уедем на подводной лодке? Мы уедем, да, на подводной лодке? Так, забираю. Что это? Stop American garbage. Что хрена? Подводная лодка. Книжка с подводной лодки. Что-то включилось тут. Здесь я не могу ничего сделать, смотри. Это какой-то тулбокс, но это для, с инструментами коробка, но я не могу ее открыть. Реально, может... И этот придурок не откр... Хорош, я взял. За хрена это все беру? Зачем я это все беру, пацаны, вы что? Ладно, пойдемте. Обыскивать все. Опа. Тут очень много надписей, которые нам ни о чем не говорят. Потому что они все на английском. Это что-то положить надо. Ключ. Хорошо, ключ, кстати, это small key. Small key это вот здесь, скорее всего, открывается. Да. Молоток взяли и что? Нож? Молоток и нож. Молоток и нож. Нет. Сюда надо что-то положить круглое. Опять что-то взяли, кусок трубы, кусок резины. Охренеть, если бы я еще понимал, что мы здесь де... Why? Зачем? Так, это какой-то... Окей. Что-то здесь... Какая-то сборка идет, я не понимаю. Но это 100%... 100% здесь что-то нужно собирать. Может быть, подводную лодку, но это бред. Подождите. Water. Blood is favorite, блин. What the hell is going on? Это гитара? Молоток? Нет.
Это гитара. Или что это? Это гитара какая-то. Молотком не разбивается. Что нужно? Закрыто, говорит. Но это ножом, я понял. Это ножом. Это мы забираем. Это мы сейчас положим туда и разобьем молотком. В молотке... Ой, в молотке. В орехе, может быть, что-то будет интересное внутри. Ну, как всегда, собственно. Так, иди сюда. Да, разбили, и чё? И что? Ой, кошмар. Что-то мы нашли. Это... Это проволока, что это такое? Господи, так, там у меня уже есть все, что мне надо было. Было, надо нам, было, что нам надо было, что нам надо было. Мы уже все это использовали. Молоток, осталось только вот это, собственно. Гитара. Окей. Это что? Ядерное топливо? Твою мать. Ядерное топливо? Нуклер. Фугл, что-то там. Хорошо, ядерное топливо. Но у тебя подводная лодка. Я атомная подводная лодка. Я могу опускаться? Я не могу опускаться под воду. Ну, нам нужно явно отсюда уплыть. Ядерное топливо. Охренеть. Ну, пошли дальше. Здесь ничего не надо точно сделать. Пойдем отсюда вот дальше, значит. Опа. Она закрылась. Она закрылась? Интересно. Очень интересно. Соплюхи у меня опять. Это что? А, Мишка должен брались. Он самый маленький здесь. Stupid idiot, making Vladdy crawl through dumb thing. What is Vladdy supposed to do in here? Stupid. Да не ори, говорит. Говорит, к чертовой вонючке, говорит, что я тут должен делать, по-вашему? Он ругается, он постоянно ругается. Постоянно бьет током. Что-то нашел. А, он открыл дверь. Ты мой лучший друг, говорит. Vladdy has to do everything. So, now what? Что теперь? Вот что говорит теперь? Ну, он нам дверь открыл, окей. Спасибо, Влади. Ты красавчик. Нуклер. Окей, нуклер это нуклер. Сейчас мы что-то сделаем. Сейчас мы что-то включим, воткнем и получится что-то интересное. Та-ра-рам, та-ра-ри-ра-ра-ра. Давай не отставай, там Мишка. Миша, ну медведь. Ну не отставай, Влади, Влад. Влад, Влад. Не отставай. Так, сюда, не сюда вставлять надо, не сюда. Куда нам надо было что-то вставлять? Надо что-то открыть. Или что-то открылось. О, в смысле. Такого не было. Ладно, пошли сразу с ближайшей комнаты сходим. Ядерное топливо. Куда можно было? Тут было только два места, куда можно было что-то вообще в принципе вставлять.
типа. Но... Ага, исчезли эти чучундры. Чучундры исчезли, и окей. Тут нечего больше делать. Хорош. Хотя здесь даже и дверей-то особо нет. А, вот, может быть, сюда? Да нет, это бред. Двери не открываются ядерным топливом. Это же чушь. Идемте дальше. Я просто не помню. А, ну, опять же, двери сейчас... Эти закрылась, но она была открыта. Эта дверь. Сейчас она закрыта. Что-то открылось, и что-то мне теперь нужно вставить куда-то. Понимаете? Пойдем вот сюда сходим. Потом нам надо выйдем сразу направо. Так. Это вот фигня, которая засвечивается. Это, конечно, прекрасно, но... Нет, она не открывается. Что-то... А! Окей. Это наклейка? А, это книжка. Ну окей, книжку взяли. Не работает. Книжку... Почему я первый раз книжку не заметил? Сюда не вставляется. Здесь какой-то будет... Опа. Хорош. Я не видел этот проход. Или он был закрыт? Серьезно? Он был закрыт или я его не... Да нет, я не мог его не заметить. Что за бред? Так. Интересно. Так, тут все непонятно. Я видел, видел, видел. Сейчас я нажму, не переживайте. И... Так, стоп, а как мне туда пролезть? Ой. Туда надо что-то нажать, чтобы она подъехала, но... Стопэ. Или вверх подняться. Твою мать. Ну пошли. Тут вряд ли что-то на... Нет, подождите, 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 подождите. Здесь я никак никуда не пролезу. Здесь я реально никуда не пролезу. А она опустилась так, что я ее туда не достану. Да. Туда нужно получить ядерное топливо. Я понял. Но как? Подожди. Тут закрыто. Ты стоит. Боишься, что ли, пройти? Ну, ладно. Ну вот она подъехала здесь. Сейчас ему кнопочку придется нажать, скорее всего. Ну да, наверное. Нет, блин, да хорош. Музон такой заиграл, шикардосный. Сука. Прекрасно. Итак, мы хотели направо идти, да? Пошли направо. Подожди, там подъехала хрень. Куда мне туда ее сложить? Куда туда сложить хрень? Наверное, здесь. Да хорош! Все закрыто. Это вверх, а мне вниз надо. Что? Well, you're really... Мне надо было на время это сделать? На время? А как я... Подождите, а как туда пролезть-то? Времени, в принципе, достаточно. Чтобы добежать куда-то. Надо сначала добежать куда-то. Ну, пошли. Я пока не понимаю. Надо куда-то добежать реально на время. Это что за хренотень?
Пока непонятно вообще. Вообще не понимаю. Ладно. Или может быть... А куда мне прибежать надо в итоге? Куда мне прибежать в итоге надо? Туда, наверное, вряд ли. А здесь закрыто. Здесь закрыто. Пошли направо, как я и хотел изначально. Но я не успеваю по времени. Хорош. Как я должен... Надо понимать, куда бежать. Хрена с два. Тут закрыто все. Тут закрыто. Хорошо, налево мы не идем, значит. И здесь дверь только на... Ой, это проход только наверх, а мне нужно вниз. Потому что там эта хрень, которая опустилась, она, блядь, внизу. А я вверх только могу подняться. Сейчас взорвется опять все. Ну, это пипец. Хорошо, мы выходим и налево, значит, бежим. Опять. Блять, вы что, издеваетесь? Ну, я уже нашел. Я нашел, я побегал, я взорвался пару раз. Идемте повторять. Главное запоминать маршрут. Смотрите. Раз. Все, пошли. Раз. Сюда. Сюда. Главное запомнить проходец, куда я должен проскочить. Понимаете? У меня есть то, что мне нужно выкинуть. Вот он, проход. Сейчас мы просто обратно должны вернуться с тем же маршрутом. Времени достаточно пока. Я не уверен, что я, конечно, найду выход за такое короткое время. Потому что, блин, тяжко у меня с головой. А тут очень запутанные маршруты. Это, блять, вам не в Марио играть. Все, идем обратно. Идем обратно. По-моему, сюда. По-моему, сюда. Так, сюда. По-моему, да, по-моему, правильно. Я неправильно, я опять, видите, опять я запутался. Это пиздец, я не могу в темном помещении играть. Оно еще моргает, я лишаюсь зрения вообще в ноль, если так происходит. Просто жесть. Я, конечно, сделаю это, но успею ли я? Твою ж мать. Твою же ж мать. А, успел. Хорош. Хорош. Красава. Уехала ядерная бомба. Ну или что там. Ок. Ок, уехала. Ядерная хренотень уехала. Мы все-таки нашли решение. Так. Прекрасно. И это не активно. Прекрасненько. Вообще хорошечно. Вот это жопа. А вот это... О, вот это да. Вы понимаете, да, какие напряги? Мишка. Мишка, где твоя улыбка? Полная задора и огня. Так, что здесь? Теперь, скорее всего, нужно будет нажимать на кнопки. Наверное. Да. В смысле, 2 секунды? Я за 2 секунды успел? Что это? Factory Power Standby On. Так, я включил. Теперь мне надо что? А, ядерную подводную лодку запустить? Вот это загадочки. Ну, получается, да. Питание я включил. А, 21 секунда там осталось. Прекрасно, я успел, я еще и вовремя. Красавчики мы с вами. Пойдемте. Там ничего не валяется такого, чтобы я мог поднять? Нет. Охренеть. Я просто в ахере. Мишка, ну не пугайте меня своими шкреботками. Не просто ж так все это. Ну не просто ж так.
Теперь мне надо вернуться вниз, где ядерная подводная лодка. Она вон там. Пошли. Так подожди, не вниз. Мне надо не вверх. Мне надо вниз, а не вверх. Или что? Вот же ж, блин. Да, я сюда. Я правильно вроде пришел. Только смысл мне сюда приходить, у меня. Кнопочек здесь никаких и нет. Нового ничего не появилось у меня. Так. Я же думал, подводная лодка. А, блядь, эти грёбаные фотографии, они постоянно меня отвлекают, реально. Ничего не происходит. Я вроде все включил. Но пока что-то, значит, не все включил. Правильно? Правильно. Что-то должно еще включиться. Где-то я что-то не нажал, какую-то кнопочку. Или рычажочек. Может быть, я что-то с собой не взял. А может быть, мы просто с вами отправляем Мишку в поход куда-то, непонятно. Может быть, он должен напитаться ядерной энергией какой-то и все-таки всех спасти, не знаю. Человек, медведь. Человек и медведь. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Так, ну здесь? Здесь ничего нет, хорошо, это уже легче. Где-то что-то, значит, открылось. Проход какой-то, потому что в любом случае нужно что-то делать. Что-то нужно сделать. Пойдемте сюда сходим. Возможно. Я же не просто так включил эту ядерную энергию. Вряд ли. Вряд ли просто так я должен был включать. Нет. Совершенно вряд ли. А здесь, по-моему, вообще тупик. Насколько я помню, здесь просто комната, которая ничего особо не... Тут есть дверь. Окей, открылась. Прекрасно. Открывай, открывай, открывай. Мишка, видишь, что мы достигли? Что за эта хрень собачья? Так, подожди. Это можно что-то... Это Мишка лезет. Стопэ. Пока Мишку не посылаем. Ага. Это что-то Мишка найдет сейчас. 100%. Либо не сейчас, но найдет. Ну да, только Мишка лезть. Только Михаилу лезть. Мишк. Михаиш. Михаишка. Лезь, пожалуйста, дорогой. Где ты там? Опять ползти? Ни хера не весело. Смотрите, серп и молот, да? Реально русский. Пока он лазит, я попью кофейку. Короче, он ругается о том, что здесь очень это грязно, очень много мусора. Какого хрена я типа здесь вообще лазю? Вот он что говорит. Ну ты хоть что-нибудь-то нашел мне? Мусор. Я себя люблю. Нашел пульт какой-то. Замолчи, пожалуйста, медведь. Ты просто игрушечный медведь, хватит орать. Мы я тебя постираю, не ной. Да. Я тебя постираю, хватит ныть. Оба-на. О, это та хрень, которую мы видели там, да, она стояла посередине поля. Что это, говорит, хрень должна была сделать? Что реально сделал? Это какая-то... не знаю, связь, радиостанция, что это такое? Ну, как бы... Ага. Понял. Там была дверь, которая была написана, что нужно что-то предмет ставить. Вот он предмет.
Окей, все окей, все хорошо, все прекрасно. У нас с вами получается все пока не плохо. Пускай не так быстро, как могло бы быть, но можно сделать небольшую скидочку на то, что у меня поврежден мозг. Стопэ. Так, подождите. Сейчас я не понял. А где дверь? Та, которая была закрыта. Написано было поставить предмет. Но у меня ее нет, этой двери. Либо я опять не туда пришел. А, вот оно. Господи, я уже испугался. Пожалуйста, на. Я же помню, что где-то должно быть вставляться, должно быть что-то. Вот кнопочка, раз. Так, еще больше, еще выше? Ну да. Да, еще выше поднимается. Только не ломайся. Звучит, говорит, плохо. Не весело. Серьезно? Глупая, тупая американская машина. Нихуя, говорит, не работает. Дебилы. Хватит ругаться. Broken, ага, я понял. Надо целую теперь. Да хорош, да в смысле? А где я тебе такую найду? Или она отлетела куда-то, валяется где-нибудь? О. Закрыто, смотри. Хрень, которая должна быть доступна, она закрыта. Ну ладно. Да ну не мешай же ты мне думать своими железными шагами. Она реально где-то куда-то отвалилась, отлетела, мне кажется. Надо же. Глупая американская железка, говорит. И что такое? Опа. Ага. Ага. Да ладно. Слышь. Да ты ж, у тебя ж есть, ты ж можешь достать. У тебя руки-то длинные. Короче, стремянка нужна. Я понял. Стремяночка нужна. Хорошо. Лего. Легко. Легко найдем. Легко найдем эту стремянку. Опа, еще. Так вот же она. Давай оторвем. Легко найдем эту стремянку. Как это по-русски называется. Так, это недоступно. Ладно, пошли обратно. Где-то сейчас уже 100% сейчас должна быть открыта какой-нибудь проход. Ну, потому что я уже, в принципе, здесь все лазил. Никаких стремянок я не видел. Если их видел ты, то пиши в комментариях. Ты, я видел стремянку, я знаю, где она лежит. Ты посмотри. Видал? Естественно, да, перекрыли проход, чтобы я... Я обратно иду? Кувалишево. Я обратно иду? У меня есть стремянка? У меня была стремянка там? Хорош. Почему не мог сразу ее взять? Либо я ее, наверное... Так, надо запомнить, куда я... А тут до сих пор закрыто, понимаешь? Тут до сих пор закрыто. Здесь. Что здесь? Здесь... Ни хрена нет, собственно говоря. Надписи какие-то появились, их раньше не было. Ну, прикольно, что... меняется что-то. Да хорош, игра, не фризь. Пошли. Сейчас найдем стремянку, не ссы. Возможно, даже здесь. Где может быть стремянка? Где может быть стремянка? О. Где может быть стремянка? Где-то. Хрен знает где. Возможно, где-то здесь. Тут же куча было закрытых помещений. Кстати. Вот. Закрыто было. 100%. Да-да-да, здесь ты... Ёб твою мать. А почему она закрылась?
Это не есть хорошо. Тут же еще не забывайте о том, что ходит какой-то здоровый куст, который может меня прихлопнуть. Просто взять, на одну руку положить и другую прихлопнуть. Ищем, собираем всякую хрень, которая, возможно, нам не пригодится. Невозможно, а 100% не пригодится. Это просто как... Ага. Вот она. Какая-то хренотень. Чего? Опять они тут трындят. Опять я что-то взял. Опять камень. Я камни собираю. Тут камней полным-полно. Вот коробка. Зачем она мне? Подожди. А что это такое? Это реально что такое? Что за коробка? Нахрена она мне? Коробка. Коробка. Кусты, которые просто стоят, они мне ничего не делают. О, злюка какая-то, смотри. Кусты мне не делают ничего ровным счетом. Ни плохого, ни хорошего. Это вот... Строительство себе красивому статуи, это как-то это странно. У человека с психикой не все в порядке. Реально, статуи себе ставить, это плохо. Ого. Что это? Кусты? Блин, тут очень много всякого говна надо. Коробки у меня нет. Естественно. Ножницы. Прям ножницы. Секатор причем. Бананы. Растут бананы на высоких лугах. Это кошечка накакавшая, блин, в этот унитаз. Так, хорошо. Забираем. Забираем все, что плохо лежит. Если оно плохо лежит, мы это забираем. Приставка? Прикольно. Как называется? Батари. Батари? Атари вообще-то, не батари. Атари была такая приставка. Хорошо. Вроде бы здесь ничего не пропустил. У меня есть кусачки. Ну, в смысле, эти секатор. Тут я не прохожу. Я слишком жирный. Это что такое? Это унитаз, ванная, в которую надо проходить по паролю? Ну, камера, смотри. Интересно, но она неактивная. Вряд ли что-то надо... Хотя, наверное, можно пройти потом. Но пока нельзя. Плохо. Так, ну мы нашли, по крайней мере, несколько предметов новых. Коробка и секатор. Секатор. Секатор — это садовый инструмент, которым стригут кусты... Но пока я его не вижу. Что-то отстричь? Я не вижу, что. Что можно здесь отстричь? У кого? А, вон стоит, смотри, куст. Господи. Это ж он? Это ж 100%. Я тебе отвечаю. Нет. Ох, хрена. Какого хрена, спрашивается? Мишка, не шелести здесь. Насколько я понял, там дверь закрылась, и она не откроется. Пока я что-то не найду. А, я здесь не был еще. Это что такое? Ничего, они реально свинюхи, вот просто свинюхи. Просто свинюхи, они прям под собой гадят. Попили, бросили, пожрали, бросили. Это просто капец. Вон куст стоит, вон он, я вижу. Это просто свиньи. Реально свиньи. Так, что здесь я только что видел активное?
А, я вспомнил, как называется моя болячка. Атрофия зрительного нерва. Реально, атрофия зрительного нерва. А, еб твою мать, нельзя открыть дверь. You take so many useless things, idiot. Так, замолчи. Ты слишком много говоришь, ты используешь. Тебе сейчас глаз проткну секатором. Вроде все собрал. Получается. Can be open from. С удара. Кик. А что там лежит такое? А, вон то, что мне надо на его открыть. Какие-то башни. Там, короче, нужно. Туда нужно пробраться по Лювасу. И теперь какой-то шар мне еще нужно. Боулинга или херолинга. Ну, короче, что-то нужно найти. Очень много. Как же они свиньи жрут, а? Как свиньи жрут. Понятно, что ученым никогда там убираться, все. И для этого нужна обслуга. Но, видимо, у них нет обслуги. У них просто остался... У них осталось очень много идей, жратвы и времени, чтобы это все придумывать. И они просто едят, пьют, гадят под себя и работают. Работают, 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 понимаете? Работы много у них по... Так. Кусты. Пойдемте кусты ставить. Хотя бы поставим кустик. Так, а сюда я не могу пройти. Тут завалено все. Плохо, плохо. Это нельзя взять почему-то. Хотя, наверное, можно было бы. Но нет, нельзя. Что это? А, я думал, это сверкает какой-то предмет. Но тут завалено. Да там прохода, по-моему, нет. И да, и как бы есть, но нет. Ладно. Хорошо. Не знаю, сколько мы уже играем, но скоро надо будет заканчивать. А это мы ставим сюда, хорошо. А это что? Это реально я не нахожу пока. Понимаете, я это не нахожу, даже не видел. Там, где башня есть, я понял, где она стоит. Но туда я пока не могу пробраться. Пока я туда пробраться не могу. Мишка куда-то исчез. А вон он идет. Ну, просто как-то странно. Он то ходит, то не ходит. То за мной, то не за мной. О. Ты посмотри, куда-то плыть надо будет. Даже карта целая. Охереть. Да, на подводной лодке. Ёпарус это. Етить вашу ж мать. Вроде с такой маленькой интересной... Я вообще, честно говоря, думал, тут будет харарюга, потому что как бы кукурузные... Кукурузные поля? Я даже не знал, что тут надо что-то обрезать. Так, подожди. А... Как мне предмет достать? Вот я не помню. Не помню реально. А, Е. Ну, типа обрезанная эта хрень. Ну, окей. У меня есть вот это пустой. И вот это. Это шар. Какой-то шар. Совершенно непонятно, зачем я вообще обрезал куст. И куда мне его втыкать. Я даже не знаю, куда мне его втыкать. Потому что я не видел места, где втыкать мне какое-то обрезанное растение. Там ничего нет. Так, не тормози. Мне не было места, но это я знаю, где взять. Ага. Ага. Там ничего не было.
Это 100%. Так, а, кстати, здесь я не был. Ха-ха! Здесь-то я не был. Это эта тварь рисовала здоровая. Чувака в шляпе, прикинь. Так, забрал. Забрал. Опять же, что-то нарисовано, офигеть. Какой-то город будущего, я не знаю, какая-то мечта, город мечты. Куда они хотят отправиться, или хотят отправиться герой этот главный, либо Мишка, я не знаю вообще. Забрал, охереть, вода? Ватер? Ватер. Погоди, ватер. Ватер и растение. Зачем мне оно? Полить шар? Вряд ли. Ну это реально вода. Хм, ладно. Я пока не вкуриваю. Здесь у меня ничего больше нет, да, получается? Да. Подрисовать, стереть тоже я не могу. У меня есть вода. У меня есть вода. У меня есть обрезок куста. Куда-то это надо поставить и соединить. Ну, типа того. Как бы тут не соединяется, но тем не менее. Поставить, полить, залить, не знаю, облить. Ну, тут, по-моему, не откроется ничего, смотри. Мне надо будет здесь все продумывать, да? Да. Окей, ну это уже легче, я же говорю. Такие решения проще тем, что все понятно то. Понятно то, что здесь решается все на месте. То есть никуда не надо бегать далеко. И эти 2-3 комнаты, которые открыты нам для как бы продвижения по игре, это ограничивает пространство. То, что у меня есть только пару комнат, в которых надо что-то делать. Это нормально на самом деле, это не сильно затрудняет поиски, это не сильно затрудняет развитие по сюжету. То есть как-то вот так. Нет, здесь ничего не надо делать. Тут вот с кустом, с этим, по-моему, делать вообще ничего не надо. Что-то надо делать с водой и что-то надо делать, собственно, с... обрезанным кустиком, понимаете? Пока то же самое, пока я не вкуриваю. Здесь я не прохожу, я слишком толстый. Кнопка не работает. Залить туалет, и это бредовая идея, наверное. А, хрен его знает. Пойдемте еще раз глянем, что тут может быть, и заканчиваем, потому что уже и так много... времени прошло в серии, и игра фризит какого-то хуя так здесь. Именно вот в этих моментах дебильных, несчастных, она и тупит. А, да. Ебать, ты дурак? Это типа я обманываю. Так, вот мне надо что сделать. Последнее. Я-то думал, эта башня реальная будет собираться. Вы издеваетесь, да, надо мной? Я-то думал, там башня. Там есть башня реальная. Там стоит башня. Боже мой, игра. Ты что, с ума сошла? Остался реально один какой-то шар. Я не знаю, что это. Бассейн, аквариум. Аквариум, наверное. Что тут может быть еще? Кроме аквариума. Вот эта вот хрень должна быть, понимаешь? У меня ее нет. Может быть, я слепой еще раз посмотреть? Как бы я не может быть, а я слепой, реально. Может быть, на корточках походить? Очень тяжело смотреть на это все. Да стань ты. Ну вот же круглая хрень. Почему тебе не разбить и не поставить туда? Почему ты такой глупый человек? Мишка намного тебя умней.
Вот еще круглая хрень. Что еще может быть здесь? Что еще может быть здесь такого, что я не вижу? Тут какие-то такие спонтанные решения. То есть я видел за стеной эту башню. И она была активна. Я и решил, что мне нужно ее найти. Никак не ожидал я, что будет заменена эта башня какими-то подручными средствами. Ну это пипец. Ёб твою мать, ну почему мне здесь... Я не могу найти то, чего тут, скорее всего, валяется. Ну вот же, круглая хренотень. Он ее не может достать, банально. Ладно. Мишка, не мешай. Ну, бегал, бумажку не смог найти. Ну что ж такое-то? Да? Здесь нету ни хера. Здесь просто нету ни хера. Ну-ка, иди сюда. Точно здесь ничего нет? Точно. Нигде ничего не валяется, не разбитое, не разрушено. Мишка, не ходи мне, не мешай, пожалуйста. Еще и фризит, да, сука. Так, а там что? О, хорош. Там очень много всего. Как мне спуститься туда? Ты серьезно? Вон еще что-то. Да-да-да, в смысле? Как мне пробраться-то туда? Он не пролезет туда. Как бы он проходит, но не пролазит. Твою ж мать. Вы серьезно? Вон эта хрень круглая. Ёбаный рот. А так ее можно обойти. Ебать, дебил. Ну вот честно, ну дурак. Ну честно, дурак. Просто дурак. Все, одну причину выяснили. Давайте собирать остальное. Тут много всякого хлама. Так. Это почитаем. Хорошо, шарик мы нашли. Это что? Что мы нашли? Шарик мы нашли. Хорошо, мы сейчас его применим. Мы его сейчас применим и будем заканчивать серию, потому что уже и так много времени прошло. Кофе. Кофе? Странно. Ну, пошли. Я почему-то не видел прохода там. Это пипец. Это, знаете, провал. Фиаско, знаете. Когда ты смотришь в книгу, а видишь фигу. Я почему-то здесь не... Я что-то сунулся где-то вот тут. И что-то, может быть, вот так даже. И подумал, что там прохода-то и нет. О, боже мой. Какой же ты Димон-дебил. Ага, сначала надо что-то с ним сделать. Хорошо. Что-то надо с ним сделать где-то тут. По-моему, или нет? Нет, не здесь. Сейчас я буду искать ту хрень 3 часа, блин. Бесит. Ты не здесь. Очень тяжело запоминать то, что невозможно запомнить. Так, есть такое дело. А что-то еще нужно сделать? Я не понимаю. Нужно сделать еще. Давайте же там заканчивать. Серия получилась длинная, скорее всего. Я не вижу
сколько она вышла. Но мы продвигаемся в любом случае. Извините, что так долго, но продвигаемся. Сделать я с этим ничего не могу. Здоровье мне не позволяет все четко видеть и все четко запоминать. Поэтому как-то так, ребятки. Игра мне нравится, игра мы из ее пройдем, естественно. А на этом все. Пока-пока.